Вот уже где-то километра 4 вваливаю вот по такой вот дорожке. Идти можно тут в припрыжку бежать. Вообще четко. Но не надо в лес быстрее. Сейчас. Тут какая-то как березовые рощи такие интересные. В общем, идти удовольствие. Но как бы надо быстрее соскакивать. Вон лес уже тут рядом. С километра остался, и там, я думаю, соскочу. Не знаю даже, куда это ведет дорожка, блин. Как долго она будет продолжаться. Но пока что она меня хорошо ведет. Я сэкономил время, блин, силы, чтобы потом что-нибудь в лесу преодолевать. Ну, до ручья вот так вот идет все. Четко такие вот камни. Все, вперед, вперед.